Наш кинооператор побывал в цехах Ленинградского электромашиностроительного завода «Объединение Электросила». Коллектив этого предприятия широко известен своими поисками производственных резервов новых форм социалистического соревнования. Бригада статорщиков, возглавляемая Иваном Шаровым, регулярно перевыполняет плановые задания за счет более тщательной подготовки рабочего места, лучшей организации труда. Сейчас на электросиле подхвачен почин рабочих Кировского завода, которые призвали развернуть социалистическое соревнование по выполнению пятидневного задания за 4 дня.